Когда чужие проблемы и чужая боль не безразличны. Сегодня в России отмечают профессиональный праздник представителей одной из самых сердечных профессий. 8 июня – День социального работника. День всех работников сферы социальной защиты населения. В столице региона в этот день губернатор Ненецкого округа вручил почетное профессиональное звание заслуженным работникам сферы. Комплексный центр социального обслуживания. От специалиста до руководящей должности. Наталья Устинова работает в сфере социальной защиты населения с 1999 года. За это время комплексный центр социального обслуживания стал для нее вторым домом, а жизнь немыслима без любимой профессии. От нее она получает удовольствие, не иначе. Помогать людям – это призвание. За свой труд сегодня Наталья Устинова была удостоена профессионального почетного звания Ненецкого округа «Почетный работник социальной защиты населения НАО». Я считаю, что это действительно призвание. Здесь не работают случайные люди. Здесь работают люди с добрым сердцем, с пониманием, с сопереживанием другим в их нелегкой ситуации. Поэтому просто так человек с равнодушным сердцем работать здесь не может. Вместе с Натальей Устиновой профессиональное почетное звание «Почетный работник социальной защиты населения НАО» присвоили председателю комитета по семейной политике, опеке и попечительству Галине Гуляевой. Почетное звание «Общественный деятель НАО» присуждено председателю Ненецкого регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», директору комплексного центра социального обслуживания населения Светлане Хатанзейской. 19 лучшим социальным работникам были вручены почетные грамоты и благодарственные письма профильного департамента и благодарственные письма окружного собрания депутатов. Очень много людей готовы и делают добро, но очень немногие готовы сделать это своей профессией. Мы все люди, у нас всех бывает разное настроение. Ваше призвание – помогать. Вы пропускаете через себя чужую боль. Вы делитесь своей внутренней энергией, своей силой. И это очень-очень сложно. Но в то же время у вас счастливая профессия. Вы делаете людей счастливыми. Вы помогаете в очень сложных жизненных ситуациях. Когда советом, когда практической помощью. И это очень здорово. В ответ на свой труд работники социальной сферы слышат только положительные отзывы и слова благодарности. Неравнодушные, небезразличные и сердечные ко всем, кто придет к ним со своей проблемой. Сегодня социальную помощь жителям региона оказывают несколько учреждений. Комплексный центр социального обслуживания, пустотерский дом-интернат для престарелых и инвалидов и отделение социальной защиты населения. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».